Приветствую вас, дорогие зрители моего канала, меня зовут Михаил, он на канале Фунзы. Что ж, сейчас продолжаем проходить метро Востройд. И у меня для вас есть еще такие, как бы, новости неплохие. Оп, вещи. Бля, забыл. Так, вспомнил. Короче, вот когда я записываю, вот... через вот это, GeForce Experience. Там изначально из монитора моего прошлого у меня видео было всегда в 1366 на 768. Когда на YouTube выкладываешь, 720 было. Так вот, если я через NVIDIA выставлял бы кастомное разрешение, не собственное монитора, там, и выставлял бы 1920 на 1080, и потом еще в игре выставлял это, все равно не работало. А сейчас я могу спокойно выложить, и будет еще 80. Я так понял, что когда появится у меня свой компьютер, не то есть, не как сейчас, а как бы один на двоих с братом, а вот потом, когда будет чисто свой, у меня, то я бы, наверное, стоил мне бы взять монитор в 2560 на 1440, чтобы качество было вообще прекрасное. Нечто вас лишнее было в концлагерь отправлять. Так, а я... хоть польза тут была. Что такое? Мало ли... Я забыл, на какую его... оглушить же хочу. Вот, недавно вроде играл, но что-то уже ничего не помню. Окей, ладно. Я забыл, что я еще второе хотел сказать. Ну причем это, кстати, хорошая новость. Так, тут двое. Если бы я его сразу положил, то было бы очень плохо. Сейчас он отойдет, и я его смогу положить. Будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. Что? А пока вон поди на мордочками. Глянь, что там за ним. Сам бы пошел да глянул. Может, конечно, и чё. Так, выкрутим. Так, и вот здесь нельзя, тут свет. Вернемся, даже выпить мне на что будет. О! Рухнул опять. Чё они все падают? Труп! Тревога! Это не труп, это без сознания лежит. Труп! Тревога! Коммуняки напали! На! Тревога! Враг! Да сдохни ты уже! Я в толчке спрячусь, вы меня не поймаете. Да, потери, и что? Да ты сдохнешь сегодня! Вот это лучше будет. Возьму-ка его. Так, фонарик. Включу. Включу, точнее. Недолго осталось тебе? Опа. Ты что, меня потерял, что ли? Так, ну вот это еще лучше будет. Там что-то внутри еще. Вот да, есть вот такая. Так, пули. Пули.
Извиняюсь. Чё-то я сейчас чихать много стал. Так. Окей, мне, по-моему, туда надо. Да-да-да, в лифт. Так. Не в лифт, что ли? Окей. Допустим. Окей, не в лифт получается. А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. О! Прошу, не убивай. Специально глушителя. Он издевается. Падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Да оставь меня. Я молчок. Ненавижу их всех. Чистокровок. Окей, давай. Забирай все. Подожди, если ты... Если ты не чистокровный, то... Человека пристрелить. Такого ничего не стоит. Если ты не чистокровный, то каким образом ты вообще с ними? Они же таких вроде за уродов считают. Ха-ха! Посторонние еще не пойманы. Да и не поймаете. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. О! О! Вот он тебе поможет. Ствол этот красный за шопу возьмет. Юморист, мать твою. Согласен. Так, свет минус. Опять вырубила. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я по шоке тут понажимаю. Кто? Красный отсюда! Убей! Ха, по головам! Хуя я пульт подобрал. Сюда мне? Чё, только гляну, что здесь. Так-то, в принципе, тут не особо что-то есть. Так, тут закрыто. А как они вообще открываются, эти штуки? Опа. О, чё нашёл? Что? А чё? Давай, попробуй ко мне подойти. Потери! У нас потери! Да, прикинь, двоих уже положил. Сейчас ты тоже сдохнешь. Так, у меня пуль уже прям уменьшается, смотри, да. Давай, давай. Хима, я выжил. Если честно, я вообще не понимаю, где я. Это чё за... Подожди. Это крутое оружие. Помню, в прошлой игре с ним катал. Нет, ничего, найдется. То у меня на мутантов чутье. На мутантов? Ты херел? Сейчас меня мутантом назвали. Найду. Точно найду. Так, 5 аптечек есть. Хера я тут пульт подберу.
Да, блядь, в смысле? На, урод! На. Выжил, да? На, еще тогда. Блять, хп мало. Сейчас, кинуться. Хера тут перестрелки, конечно. Ё-моё. Сколько у вас там вообще? Да сколько можно? Вы закончитесь? Давай попробуем устроить мне крышку, давай. На опережение сразу херовую бы. Вот там в осадок аж выпал от этого. Так. Ага. О, нашел. Я оружие-то твое. Да ведь в оружии тоже пули есть. Ладно, не нашел. А здесь что? О, еще боеприпасы. Я сдаюсь! Сдаюсь я! Я выхожу, слышишь? Выхожу и сдаюсь! Да я тебя сейчас вижу, зачем ты выходишь? Давай, садись. Я тебя просто немножечко оглушу и все. Ты будешь жив. Мало ли он соберется меня вскрытую убить, когда я отвернусь. Такое тоже может быть. Опа, ключи. А тут есть такие закрытые штуки? Я бы сейчас открыл их. Я же вроде ключи подобрал. Нет, вот не могу открыть до сих пор. Ну что такое? Я что, выключу что? Давай включу. Я всех перебил, зачем мне выключать? Да, блядь, опять выключил. Я думал, я эту штуку подёрну. О! Открыл. И нахер он поёт? Бля! Я время смотрел, что-то не обратил внимания на то, что там рвануло. А это что такое? Я что-то включил. Давай, проклятый маг, заклеймённый! Полевой дух, надо издавать шпионом красной линии, начинается! Свободным от трудовой полиции, чувство, имени великого. Так застрели обоих-то. Или их там больше? Я и по тебе случайно чуть не пальнул. Ебать, еле успел. Давай, попробуй. Пусть попробуют, в принципе. Ну да, я уверен, тут такое начнется. Я помню из прошлых частей, там такие боевые действия. Давай, давай.
сквозь дверь прошел. С кайфом. Я вытащил Пашу из петли. Ага. А он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Жёстко. Все за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Окей, погнали. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Может, это ловушка? Черт! А, тут монстр. Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связь. Тушите там свет в тоннеле. Ой-ё. Покойники. Есть. Да вы так просто не сдохли. Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Что-то где... Что-то очень знакомое. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, одних пуль тут будет мало, но раз эта сволочь света боится, его и применим. Сейчас я подожгу. Получил. Ну вот я поджог, получил. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Сюда? Артём, помоги открыть! Как? У меня кто... А. А. Найс. А паутины-то шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка из твари побольше. Ну, понятное дело. Черт! Они уже близко! Кто? Постой, Артём, не торопись. Большие пауки, что ли? Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Шахта лифта? Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Давай. Ты или я? Выпады скрипты, почему так долго? Есть! Генератор в порядке! Окей, давай. Чисто! Да, ты... Да. Хорошо, покатаемся. Ну, поехали. Погнали. Включай фонарь и не... Какого... Что с ним? Почему встал? У тебя? Ладно, плохая шутка, согласен. Предохранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Может быть. Да что за фигня? Услышали нас, суки! Черт, в самое логово попали! Ё-моё! Нихера себе! Чё их так много? А, да? Жгу! Пузо! Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Понял. Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться! Все, понял, понял. Что за фигня? Айда за мной!
ФПС прям прекрасно, но что-то какая-то... Что-то нет какой-то плавды. Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один. Давай, погнали! Да-да-да-да-да. Ты заклеймёшь, что-то повторять пойдёт. Что? Какая тень топовая была. Так, сюда. Так. Мост. Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Ага. Давай. Высоковато. А, то есть я прыгнул не с одного оси, это такой высоковато. Двинули. Ага. А здесь уже не перепрыгнем, да? Снова они! Артём, не подпускай их! А, тут еще невидимый сюда. Угу. Нормально, понял. Сгодится! Чё ты там нашел? Вот так из угла сразу двоим. Сюда, подсоби! Чё ты хочешь сделать-то? Давай, тянем. Опа! И чё это зачем? Оп! Давай, кидай мне в обратную. Айда за мной! Погон! Да ё-моё! Да... Я не знаю, у меня какая-то клавиатура багнутая. Меня в какой-то момент может просто потянуть влево. Интересно, это вообще... Вот представляете, я вот сижу, допустим, играю в КС-ку. А по званию очень плотно. И вот в какой-то момент просто клавиатура меня влево потянется. Они внутри! Артём, руку! Давай, давай, давай. Давай. Красава. Хера вообще помогает другу. Красавцы. Скорее, ноги в руки! Причем, кстати, если заметить, вот, допустим, если у меня сюда! Чувствуется какая-то болезнь, не плавает. Ну вот когда смотришь свое видео, там так все плавно. Давай, погнали. Готов? Да, пошли! Давай. Е! Ляка купали. Артём, ты цел? Да. Давай, надо уходить. Свет, бегом туда. Да-да-да-да-да. Все. Что, твари, не нравится? А он специально сюда побежал, чтобы здесь отдохнуть, и вот он не умер. Пойдем сюда. Тут нет больше выхода. А, там еще. Ладно. У нас а больше нет вариантов. Погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел сварганим. А, фига ты. Раз, два, три, елочка горит. Ну красава, факел фига тут. Сейчас еще и подожжешься. Ладно, двинули. Да, и маленьких пауков еще убил завтра. Окей, ладно. Да я могу и не отходить, мне не проблема. Вот вы увидели только, что влево потянул просто, нифига. Либо что я не справляюсь с слишком быстрым воздухом. Я просто привык к клавиатуру, с которой надо отдавить на кнопку. А тут, я не знаю, малейшее движение уже и все. Нажалось. Так, сейчас. И долго мы так идти будем? О, все.
Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Окей, понял. А у тебя есть, что ли, фонарь? Странно. Так, слушайте. Да не переживай за меня. Я же Атос. Если что, шпагой отмахаюсь. Ладно, давайте-ка продолжим в следующих сериях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик. Давай, Артём, действуй! И не кладать, друзья. И что ж, всем удачи, всем пока.